Итак, окей. Вопросик, твои любимые. Когда у 3D никого нет дома? Когда под кроватью никого не останется, тогда там совсем никого дома. А так, что теоретически всегда там есть кто-то дома, потому что если там бы никого не было, то физически там бы кто-то материализовался и находился под этой гребаной грязной кроваткой, и кто-то спал, и носки свои сушил. Поэтому никогда дома, когда под кроватью никого не дома. Зачем на планшетах паштет размазан? Кто-то просто перепутал его с бутербродиком, потому что современные планшеты, не знаешь, такие как бутерброды, как длинные разрезанные пополам фал-имитаторы, которые такие толстые, знаешь, грязные музыки, их насаживают друг на друга, а потом шлепаются и еще думают, это смешно. Записывают какие-то видосы, но это нихера не смешно. Перепутали с хлебом. Сколько нужно планок оперативной, чтобы размещать термопасту? Две. Одну кладешь, подпираешь снизу, знаешь, вот так вот. А другой, короче, а так облизываешь и подтираешь сверху. Трешь немножко, чтобы жир выступил. Ты такой натираешь эту оперативку, а потом... Хопа! За тобой Ротпотребнадзор прискакивает. Тук-тук, кто там? Я твой Феромир. Когда у генерала будут месяц кружиться над головой? Когда он переедет в Татарстан, в смысле, в Узбеки, в эту, когда генерал переедет в Турцию, он переезжает в Турцию, за ним выезжает Роспотребнадзор, за ним выгоняется Феромиром, они маленькими поездочками играют и ходят друг за другом, говорят, вот тогда у него над головой просвещается месяц, он снова возносится в облаках, ему все отдают дань почета, и все рады, и плачут, словно бешеные псы. Следующий вопрос. Какова вероятность получить вагбан из-за Никопары? На 95% меньше, чем от Сакуры. Нет, больше. Сколько будет 2 умножить на 2 умножить на 2? Love by you is kiss. Nobody kiss to me! Так, это получается 16, 17, 20, сука, 22, 79, 49, 49, 48, плюс 22, я не могу, 60, сука, 70, 80! Сосать или сосать? Определенно. Или. И как преступнику вылезти из тюряги, если у него ничего нет, кроме глаз? Складывать глаз на глаз и держать его на чеку. Кстати, он мог бы предлоговать своим одним из глазьев, знаешь, там, шоколадным глазиком. И легко выбраться из тюряшки. Можно выбраться по телам, можно по членам своих сокамерников, а можно предложить свой глаз, не знаю, управителю тюрьмы, можно президенту, и, короче, легко выйти куда хочешь. В космос можно улететь, не то что из тюрьмы выйти. Как Капа может сделать... Как Капа может сделать с локтя, если он не Че? Капа может вообще все, что хочешь. Он может тебе с коленочки, с пяточки... Он волшебник, как я. Что такое фруктоза? Фруктоза — это маленькие козявки, которые выползают из маленьких фруктиков в теплые деньки. Ты смотришь на них и удивляешься, какого хера они вылезли, блядь, так жарко, но ты, блядь, смотришь на них. И они внутри себя несут немножко фруктозы. Фруктоза — это жижа, которая выдавливается из букашек, которые поедали растения, плоды. Что такое глюкоза? Глюкоза — это когда ты прыгаешь с зонтиком по улицам и как дурак прыгаешь прямо в лужи с этим грёбаным зонтиком. И ты думаешь, что ты в Париже, но нихера, ты просто идешь где-то по Мухосранске. И тебе кажется, что сейчас очень, очень позитивно все, но на самом деле все дерьмо. А ты посмотрел какой-то хороший фильм, и тебе немножко взгрустнулось. Вот это глюкоза, дружище. Вот это глюкоза. Когда ты думаешь, что в Париже, но все немножко дерьмо взгрустнулось. Каково это быть топ-стрямером? Я не знаю, бро.
Никогда не был. Вот тебе чисто духовное наставление. А как ты придумал свой ник Let's Mandu Plow? Один раз. Я думал, что идиот, который прыгает зонтиком по улицам. Потом я хотел выбраться из тюрьмы, воспользовавшись своими глазами. Потом я думал, что Капа бог. Или я топ-стример. Но нихуяшеньки. Я Let's Mandu Plow. Это всплыло во мне, словно что-то подсознательное, что-то как жижа. Как фруктоза, помнишь еще, откуда она берется? Не забывай это, дружок! Спокойной ночи!